На этой неделе у меня передоз вертеть, потому что, ну, типа, я постоянно смотрю видеоролики, как хорошие, так и плохие. Я думаю, что вы должны, ну, все это понимать, все это знать, все это, возможно, как-то, ну, представлять у себя в голове. Поэтому Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Заходите, переходите. Всем спасибо за просмотр, всем, так сказать, давайте начнем. Привет всем пацанам, привет, меня зовут вертеч! Вертеч. А чё, а если девочки смотрят, типа, чё с ними? Сегодня, наконец-то, вы увидите первый... Наконец-то, я ждал. Дорожная рулетка. Это как русская, только на дороге. Короче, поймете Отлично. По ходу ролика. И не забудьте, что все это снималось и снимается на сервере Arizona GTA 5. Хорошо, не к нам, забуду. Вводите промокод хэштег boost и получайте ништяки. Так все и за будет. Первые 24 часа онлайна вам подарят машину, а за 240 часов прям онлайна Теслу вам подарят? Кейс за 5000 рублей. Надеюсь, офигеть, прям кейс из CSGO. Приятного просмотра. Заедем в мир азарта, а то есть в казино, потому что именно там находятся все азарты. Отлично. Игроки, которые будут готовы и азарт там, хоть азарт. А вот, кстати, и достаточно вот и там все, да. Люди. Приветствую, уважаемые. Вертеч, здорово. Мне хор церковный нахуй не нужен, мне нужен только один человек, готов... Я еще не сказал, что мне нужно. Короче, надо корову выебать. Говорю, пойдем, ты согласился? Пойдем. Погнали, я согласился. Я тоже хочу. Что-то много желающих. Короче, в дорожную рулетку, кто играет со мной? Я. Что это такое, что такое дорожная рулетка? Рассказываю правила. Давай. Делаешь ставку, ну, допустим, 100 тысяч. Становишься вот так и просто ждешь, пока тебя въебет машина. Ну, или не въебет, может, повезет. Короче, кто сдохнет, тот и проиграл. Понял. Хорошо, давай одна попытка, 300 тысяч. Ё-моё. Ну, давай. 300 тысяч точно, да? Давай, да. Ну, шо, выбирай, правая или левая? Правая. Как тебя зовут? Дима. А я Никитос. А ты откуда? Я из Украины. Слава Украине. Героям слава. Как Отлично. Думаешь, кого въебут первым? Меня. Почему именно? На тебя? Потому что я невезучий человек. Ладно, я тоже. Че, признавайся, дрогнулось очко? Я же вжалась в такой степени, что там иголка не пролезет. Нормально. 300 тысяч с победой, хули. Передаем ему 300 тысяч, потому что он победил. Спасибо. С победой, брат, с победой. Короче, продолжаем игру? Да. Окей, ладно, погнали. Погнали. Выбирай полосу, брат. Правую. Блин! Я не успел даже камеру настроить. Ну что за хуйня? Передаем 300 тысяч. Че, сильно я еще дрожат? Надо это самое. Все дрожит. Еще надо все сделать. Не, ну дорожная рулетка неплохая тема. Выбирай полосу. Правая. Ну хорошо, давай. А у тебя есть домашние животные? Да, у меня их много. Да какие? Два кота, две кошки, морская свинка, улитки. Неплохо. Да ёпта. Мусора пидорасы. И в данном случае все действительно так, потому что именно мусора меня задавили на ё-моё, но это спасибо ужасно. Спасибо вам огромное. То, что они так сделали, это ужасно. Давайте продолжим завтра днем. Давай продолжим. Что играть-то с ним? Так в смысле, я думал, завтра днем видос снова выйдет. Тут типа такая, ну ладно, как знаешь. Ага. Секунды, значит, да? Да. Могу поставить. О боже. Ладно, у меня есть идея получше. Короче, становимся все на дорогу, и кто последний остается в живых, мы ему даем по 50 штук. Неплохо. Привет, блядь! Опять первый. Да, я сдох первым. Теперь буду смотреть, как убивают вас. Отлично. Нормальная тема. Прикольно, что люди проезжают и думают, боже, что за долбоёбы. Пидрило. Давай, слушай, а помнишь, я песню пел? Заперла тебя дома, недоступные телефоны. Даже от друзей знакомых брала свои губы. Запомнил на всю жизнь. Кто хочет сыграть в дорожную рулетку? Я хочу. Денег нет, но есть 9 тысяч фишек. 9 тысяч фишек, пойдет. Итак, наш кандидат Андрей Андреев. Андрей Андреев. И он хочет сыграть со мной на 900 тысяч долларов. Поверь мне, американская рулетка столько эмоций не приносит, сколько дорожная. Нет, кстати, нормально. Рулетка норм тема. А ты что-нибудь слышал ранее о дорожной рулетке? Да, конечно. Значит, все будет огонь. Все будет заебись. Знаешь, что самое печальное? Что? Что вчера на этом месте я проиграл 1 200 000. О, рублей. Ебать, никак не ждем, ты на всех убил, Оксана меня. Друга ждем или без него? Кого ждем-то, ё-моё, давай уже так. Машина. У него инсульт случился, когда тебе... Ё-моё. Орал, как свинка недорезанная. У меня сердце болит. Чё, у тебя сердце болит? Да.
Это эмоции, вот это круто, это классно. 810 тысяч. Я, конечно, проиграл, но я кое-что недопонимаю. Нормально. Вот же, едет инкассаторщик. У него все замечательно. Он едет прямо, прямо на мою жертву. Но в один момент он решает повернуть прямо на меня. Зачем? Бывает. Почему я? Ладно, реванш. Иногда такое у меня бывает. Всего 300 тысяч баксов, пацаны. Короче, можем сыграть. 300 тысяч баксов, это становимся неплохо по рублях. Типа, с сегодняшним курсом, типа, ну это вообще нормально. Скидываемся по 3 сотки. Блин, это последние мои деньги, 300 тысяч. И если сейчас меня снесут, я проиграю. Но если снесут их двоих, я получу 600 тысяч баксов. Нормально. Замечательно, я сорвал куш. Следующая ставка 700 тысяч на троих. Общий банк 2 миллиона 100 тысяч. Кто последний останется прикольно на дороге, тот и победил. Вертич победит? Ну шо, Владимир? Нет! Нет! И вот опять же едет дальнобойщик себе прямо на мою жертву и врезается опять в меня. Я только что... Вот ведь ужас. Вертеч, это ужасно. А, вертеч. Да пиздец. В общем, я проиграл абсолютно все свои деньги. Наверное, если бы я нашел нормального человека, который захотел бы со мной играть по нормальным ставкам, а то есть по крупным, было бы куда интереснее. Поэтому, если вы играете на этом сервере, напишите мне, пожалуйста, на почту. Мы снимем дорожную рулетку по крупным ставкам. Ну а если вы поставите лайк, то я еще и Конора в видео позову. Подписывайтесь Макгрегор на канал, смотрите мои другие видеоролики. Я оставлю плейлист с Аризоной GTA 5 в правом верхнем углу. И до новых встреч. Все, ребят, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и всем до свидания. Вот. Аризона РП Феникс.